Кирпич перед Магадан нефта. Дорожный знак «Въезд запрещен» установили со стороны кольцевой развязки 31-го квартала при въезде на заправочную станцию. Теперь водители смогут проехать КЗС только с проспекта Ленина до кольца. При въезде на прилегающую территорию автозаправочной станции «Магаданнефть» установлен запрещающий дорожный знак номер 3.1 «Въезд запрещен». Установка данного дорожного знака согласована с владельцем автодороги, департаментом СОТЭК, мэрии города Магадана. Госавтоинспекция Магаданской области просит водителей быть предельно внимательными и соблюдать требования установленного дорожного знака. По словам специалистов, установили знак по нескольким причинам. Одна из них – благоустройство новой территории, прилегающей к строящемуся спортивному комплексу «Президентский». Потому что в данном направлении будет проделана там пешеходная дорожка. Мы же знаем, что там строится ФОК «Президентский», да, поэтому граждане, которые не имеют автотранспорта, они как-то туда должны доходить. Да. Поэтому заранее был уже установлен знак «Кирпич», для того, чтобы водители привыкали к тому, что в дальнейшем этого проезда там не будет. Еще одна важная причина установки знака – безопасность пешеходов и самих автомобилистов. По словам экспертов, выезд с заправки очень широкий, поэтому на АЗС возникают три конфликтных места, в которых могут произойти аварии. Первое, ну, два места – это в отношении автомобилей, да, которые выезжают с Колымского шоссе на кольцевую развязку. Вот. И третий момент – это движение пешеходов, которые идут вокруг кольцевой развязки. Вот. А они выпадают из зоны видимости. Вот. И поэтому создается возможность наезда автомобилей на пешеходы. Не все автомобилисты знают, что перед заправкой поставили кирпич. А те, кто в курсе, разделились на два лагеря. Одни считают, что знак нужен, поскольку у АЗС часто случаются аварии. Другие же против, потому что теперь заправляться будет неудобно. Еще нет, не знаю пока. Делали очень неудобно. Очень неудобно. Почему? Ну, потому что приходится объезжать, крутиться, если особенно с той стороны, ехать со стороны трассы. Я знаю. Как вы к этому относитесь? Ну, нормально, в принципе. Там же идет помеха, ты как раз, когда поворачиваешь, создается аварийная ситуация, не каждый увидит твой поворот. Нет, не знаю, от вас первый раз слышу. Как вы к этому относитесь? Досадно будет. Почему? Неудобно. Придется делать большой круг. Нет, первый раз слышу. Как вы к этому относитесь? Плохо. Почему? Потому что нормально заправлялись все время постоянно. Удобно. Сейчас будет неудобно. Ну, не знаю. Разницы нету. После установки знака, утверждают эксперты, риск аварий станет меньше. Кроме того, в дальнейшем, в сезон благоустройства, проезд сузят. На этом месте будет тротуар, что облегчит передвижение пешеходам.